А за прошедшие сутки в Тюменской области 2369 заболевших коронавирусом. Выздоровели 1554 человека. Иммунитет, полученный после ковида, не дает гарантии от повторного заболевания. Об этом сообщила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Самый эффективный способ защиты – поставить прививку от коронавируса и вовремя пройти ревакцинацию. Не надо ждать, когда день в день наступит 6 месяцев, тогда пойду ревакцинироваться. К сожалению, есть сегодня уже у нас случаи, когда люди заболели, а ревакцинация должна наступить через 2 недели, например. То есть не дождались немножко. Поэтому подходит время, 5-6 месяцев, вот в этот период лучше пройти ревакцинацию.